Программа профпереподготовки «Журналист-профессионал» завершилась. 40 работников СМИ 2 месяца проходили обучение на базе СОГУ. Опытом и знаниями с ними делились московские специалисты, преподаватели школы телевидения Останкино ТВ Ирина Бреусова и преподаватель МГУ Диана Кульчицкая. Такой опыт в этой отрасли в республике внедрили впервые благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Программу разработали Комитет по делам печати и массовых коммуникаций республики и Северо-Остинский госуниверситет. В планах сделать проект регулярным и расширить тематику. Я уверена, что в будущем году мы с коллегами уже запланировали, мы проработаем вопрос с комитетом по занятости об организации теперь уже иного курса, также для работников редакции. Не буду пока открывать все секреты, но мы обязательно будем пользоваться, эффективно привлекать сюда, на территорию республики, федеральные средства, которые идут на прикладную вещь.